Весна 2014 года. На востоке Украины произошло вооруженное восстание. Российская пропаганда отлично подготовила почву для него, подогревая агрессию и нагнетая страх в этом регионе. Опасаясь придуманных журналистами карателей из западных областей, жители Донбасса с облегчением и радостью встречали так называемых «защитников с востока». Улыбчивые боевики охотно позировали на видеокамеры российских репортеров, но там, где корреспондентов не было, эти же персонажи отбирали приглянувшиеся машины и другое имущество у незадачливых граждан. Как бы сами собой в райгосадминистрациях появились мэры и губернаторы странного вида. Власть перешла в руки вооруженных рыцарей наживы. Эти события весны 2014 года пропагандистская машина Кремля попробовала романтично окрестить «русской весной». Суверенной Украине не оставалось ничего иного, как бороться за выживание и мобилизировать армию в условиях разорванных экономических связей и пустой казны. При абсолютной нехватке даже самого необходимого снаряжения формировались добровольческие подразделения Национальной гвардии. Вопреки всем трудностям были предприняты первые попытки освобождения населенных пунктов. Жизненно важной задачей для патриотов стало начать освободительное украинское лето. Восьмая серия фильма про АТО «История войны». Мы пытаемся разобраться в ходе антитеррористической операции на востоке Украины и в причинах и результатах. Какое отношение ко всему этому имеет Российская Федерация и чем противостояние Украины с Россией грозит Европе? Зона проведения антитеррористической операции была разделена на четыре сектора. Сектор А – окрестности Луганска, сектор Б – район Донецка, С – Славянско-Краматорская агломерация и Д – приграничная территория восточных областей Украины. Также был организован особый район М в окрестностях Мариуполя. В каждом секторе был свой штаб, что позволяло оперативно принимать решения, исходя из обстановки. Через Генеральный штаб Украины и штаб АТО осуществлялось стратегическое планирование. Задачей номер один для российских СМИ стало создание мифа о том, что мятежные ополченцы пользуются оружием и боекомплектами, захваченными у вооруженных сил Украины. Но ввиду того, что ранее Россия не рассматривалась в качестве вероятного противника, на Донбассе не дислоцировалась ни одна украинская бригада. А посему такого количества боеприпасов и техники на востоке страны физически и быть не могло. На самом деле российские медийные фальсификаторы прикрывали очевидный факт – все снабжение боевиков происходило путем подвоза его с территории Российской Федерации. Именно поэтому первоочередной задачей вооруженных сил Украины стало блокирование границы. И накал боев за контроль над пограничными переходами только возрастал. В начале лета боевики попытались организовать несколько так называемых коридоров через рубеж для снабжения из России. Так, 2 июня 2014 года ими было атаковано управление Луганского погранотряда. Основной целью нападения на управление было нарушение координации между украинскими пограничными заставами во всем регионе. Ночью около 100 человек с применением автоматов и подствольных гранатометов атаковали часть. Бои длились несколько часов. К утру террористам прибыло подкрепление с крупнокалиберным пулеметом НСВ. Заняв позиции в жилых зданиях, боевики, прикрываясь мирным населением, весь день обстреливали расположение погранотряда. Но потеряв 5 человек убитыми, они отступили.
3 июня 2014 года украинские вооруженные силы при поддержке авиации, артиллерии и двух танков предприняли первое наступление. Были атакованы опорные пункты сепаратистов на въезде в город Славянск и Красный Лиман. В последнем случае очень эффективно действовала украинская артиллерия. Благодаря корректировщикам, которые заблаговременно проникли в город, удалось достичь высокой точности стрельбы, избежав лишних разрушений. К вечеру того же дня город был взят под контроль. И хотя локальные бои продолжались еще несколько дней, Красный Лиман стал первым крупным населенным пунктом, освобожденным украинской армией. В то же время на въезде в Славянск разыгралось нешуточное сражение, чудом не обернувшееся потерей танка Т-64 с экипажем. В бою погиб командир 1-го батальона 95-й аэромобильной бригады подполковник Тарас Сенюк и еще один десантник. 45 человек получили ранения различной тяжести. Несмотря на большие потери среди боевиков, атака была отбита. Июня в Донецкой области был атакован пограничный пункт Мариновка. Причем батальон террористов «Восток» ударил с территории российской границы. Украинские пограничники оказали сопротивление и смогли уничтожить несколько вражеских грузовиков и бронетранспортеров, вынудив боевиков укрыться на территории Российской Федерации. Российские же погранвойска смотрели на эти маневры сквозь пальцы. Под Славянском в этот день продолжились позиционные бои. 6 июня 2014 года над городом был сбит украинский самолет «Фоторазведчик Ан-30Б». По свидетельствам очевидцев, по самолету было совершено два пуска ракет. Одна из них поразила машину. Командир судна, подполковник Константин Могилко, отдал экипажу команду покинуть самолет, а сам самоотверженно увел его в сторону от жилых кварталов Славянска. В процессе выполнения маневра самолет взорвался в воздухе. Трем членам экипажа удалось с парашютами покинуть горящую машину, но 4 человека погибли. Примечательно, что зная о наличии у террористов ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов, самолет поднялся на высоту более 4 километров, куда советские комплексы «Игла» и «Стрела» не достают. Однако позже было установлено, что огонь велся из новейшего переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» производства России, что, само собой, подразумевает и наличие квалифицированных операторов для ведения боя из нового оружия. И остается открытым вопрос, откуда новейшее российское оружие взялось на украинской территории. Июня в Украине свершилась инаугурация президента. На церемонию вступления в должность присутствовали 56 международных делегаций, тем самым признавая легитимность нового главы украинского государства. Петр Порошенко в своей инаугурационной речи отметил, что стремится к миру и готов обеспечить амнистию сепаратистам, которые не совершили тяжких преступлений, а российским интервентам – коридор для беспрепятственного возвращения к себе домой. Также президент отметил, что уважает использование русского языка в восточных областях страны и не собирается запрещать его применение, чем так настойчиво всех пугали российские СМИ. При всем этом террористы и не собирались складывать оружие. Напротив, они часто пользовались им даже для решения бытовых конфликтов. Так, в этот же день в Донецке стреляли в Дениса Пушилина, одного из руководителей так называемой ДНР. Сам Пушилин не пострадал, однако был убит его помощник Максим Петрухин. Причиной перестрелки стала обычная ссора. 8 июня террористы укрепились в городе Снежное и заняли курган Саурмагила, что на востоке Донецкой области. Эта стратегическая высота находится в 5 километрах от государственной границы Украины и возвышается на 278 метров над уровнем моря. С вершины этого кургана можно увидеть цементный завод в Амвросиевке, терриконы шахт в Снежном и Торезе, а в хорошую погоду даже Азовское море, которое находится почти в 90 километрах к югу. Наблюдательный пункт, расположенный на такой высоте, имеет огромное значение для присмотра за близлежащими территориями и для корректировки артиллерийского огня. За контроль над этой возвышенностью во времена Второй мировой войны разыгралось эпическое сражение с многотысячными жертвами. В память о той битве на вершине был создан мемориальный комплекс и установлен монумент высотой в 36 метров. Через 71 год война вернулась в эти края. Но об этом позже. Oh, 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 oh
9 июня террористы атаковали пограничный пункт Изварино. Боевики подъехали на нескольких автомобилях и обстреляли пункт пропуска из стрелкового оружия и гранатометов. Пограничники не спасовали, ответили огнем, тем самым вынудив противника отступить. В этот же день захватчиками был заблокирован аэропорт Луганска. Еще с апреля охраной объекта занимались десантники 80-й бригады, поэтому на штурм террористы не решились. 10 июня боевики заняли приграничное село Дмитровка в Новоайдаровском районе Луганщины. Его ценность состояла в доступе к мостам через реку Миус. Понимая важность населенного пункта, боевики организовали в нем качественную оборону, быстро построив фортификационное сооружение. Заставляя пребывать в постоянном напряжении, в этот же день террористы в очередной раз обстреляли аэродром Краматорска. Ответным огнем вооруженные силы Украины уничтожили два миномета, одну инженерную машину разграждения и бронированный бульдозер на базе танка, который сепаратисты захватили на одном из предприятий. В то же время в Славянске от занимаемой должности был отстранен так называемый народный мэр Вячеслав Пономарев, который спонтанно еще 13 апреля вытеснил с мэрской должности Нелю Штепу, такую дружелюбную к ополченцам. Теперь место главы города занял некто Владимир Павленко, который, среди прочего, известен своей службой в органах госбезопасности СССР и России. В любом случае, все управление Славянско-Краматорской агломерацией так или иначе замыкалось на Игоре Гиркине, полковнике ФСБ России. В начале лета стало понятно, что от способности Украины контролировать границу будет зависеть ход боев. Но не имея возможности адекватно снабжать и поддерживать пограничные заставы, штаб АТО принял решение об эвакуации пограничных пунктов Станично-Луганская, Краснодон, Бирюково, Свердловск, Дьяково, Краснопартизанск, Должанский и Красная могила. Граница фактически перешла под контроль террористов. С территории России начались массовые поставки боеприпасов, живой силы и техники. Причем количество российской помощи росло изо дня в день. С легкой руки двуличного Путина среди террористов и в СМИ появился новый термин, обозначающий эту помощь – военторг. 11 июня Луганский аэропорт официально закрылся. Произошел первый обстрел позиций украинских десантников. После непродолжительной перестрелки боевики отступили. С украинской стороны потерь не было. В свою очередь, под Славянском каждый день происходили минометные обстрелы и позиционные перестрелки. Так или иначе, но границу нужно было закрывать. И для изоляции района проведения АТО, для препятствования подвоза боевикам подкреплений и снабжения, было принято решение о блокировании государственной границы Украины вооруженными силами. Задача по восстановлению контроля над государственной границей была возложена на войска, расположенные в секторе Д. Согласно замыслу операции, создавая вдоль границы контролируемую полосу шириной в 10-20 километров, армия надежно изолировала бы террористов от российских спонсоров. Оседлав приграничные высоты, армия смогла бы физически уничтожать любой транспорт, который незаконно пересекает границу, что привело бы в итоге к истощению запасов боекомплектов в Славянске и других ключевых точках противостояния. 12 июня у границы состоялся первый штурм кургана «Саур-могила». Одна рота 79-й аэромобильной бригады при поддержке разведгруппы 3-го полка спецназа попытались захватить стратегическую высоту. Однако задачу выполнить не удалось. В бою погибли 3 человека. Не имея возможности задержаться и подготовить новый штурм, подразделения вооруженных сил Украины обошли курган и двинулись дальше на северо-восток. На проволочке не было времени. Брать границу под контроль следовало максимально быстро. В этот же день был задержан так называемый народный мэр Мариуполя Александр Фоменко. И всего через несколько часов началась операция по освобождению и всего города из двухмесячной оккупации. Первоначально это мероприятие по очищению города от террористов планировалось на 23 мая, однако в силу нехватки ресурсов ее перенесли на 13 июня. В военной миссии принимали участие бойцы добровольческих батальонов «Азов» и «Днепр», спецподразделения милиции и Национальной гвардии. Им оказывали поддержку вооруженные силы в лице 72-й бригады. Украинские военные блокировали Мариуполь снаружи, обеспечив себе огневую поддержку при штурме штаба сепаратистов. Милиция оцепила центр города для предотвращения жертв среди гражданских лиц. Около 5 утра началась операция. Штурмовые группы батальона «Азов», которые заблаговременно отрабатывали боевые задания в городских условиях, пошли на штурм. Основной целью был штаб сепаратистов на улице Греческой.
Под прикрытием огня автоматической пушки ЗУ-23 они захватили штаб и зачистили его. К вечеру был восстановлен контроль над всеми административными зданиями в городе и вновь поднят украинский флаг над зданием горсовета. Следует отметить два важных момента. Первое. Местные жители не мешали действиям сил АТО, несмотря на призывы к этому со стороны активистов коммунистической партии. В определенной мере этому способствовало и грамотно выбранное время для проведения операции – раннее утро. Второе. Накануне штурма часть боевиков дезертировала, покинув город. Это упростило задачу правоохранителям, позволив создать численный перевес. В ходе операции получили ранения 6 бойцов Национальной гвардии Украины. Во время боев было убито 5 и задержано более 30 террористов. Также было уничтожено несколько единиц вражеской техники. Несмотря на масштабность операции, никто из мирных жителей не пострадал. Следующие сутки, 14 июня, город Мариуполь встретил под украинским флагом. За первые 100 дней неистовая русская весна убила как минимум 210 гражданских людей и 95 военных. Через 50 минут после наступления полуночи к этой цифре добавится еще 49 солдат.